Армия США, подразделение по исследованию и разработке биологического оружия, сыворотка XT. Начальные испытания на человеке, секретно. Запись идет? Хорошо, начальные испытания сыворотки. Кодовое название «Несокрушимая сила». Как себя чувствуешь, боец? Нормально? Я только обеспокоюсь о побочных эффектах. Не волнуйся, никаких побочных эффектов. Уколов не боишься? Нет, сэр. Хорошо. Инъекция, отметьте время. Мы ожидаем результаты в ближайшие 24 часа. Это выразится в увеличении работоспособности, увеличении выносливости и увеличении силы. Не понимаю. Должно быть какая-то специфическая реакция организма рядового. Выключай камеру! Выключай камеру! Стоп! Стоп! Выключай камеру! Зомби тоже люди. Озвучивает смерть по субтитрам асинхрон. Биологическая опасность. Молочная смесь для детей с коротким сроком хранения. Кто здесь? Черт, да как мы могли заблудиться? Водитель такой. Нет, штурман такой. Не хочу плутать с этим дерьмом в кузове. Да расслабься. Никто не знает. Поехали. Поворот на трассу должен быть где-то рядом. Мне кажется, мы только что проехали мимо. Слышь, дай сюда карту, я разберусь. Дай мне карту. Дай мне карту. Дай мне карту сюда. Осторожно. Сегодня турнир по боулингу, большое количество дорожек. Караоке по пятницам и субботам, коктейли. Мягкое мороженое. Тим, зацени.
Я изобрел идеальный закусон. Ты не можешь не есть над прилавком, Майк. Наблюдай. Оно живое! Можешь подумать, сырный соус с шоколадом — это мерзость. На самом деле они сочетаются идеально. Так вот, на что ты тратишь время. На изобретение всяких рвотных комбинаций с едой. Зачем ты расставил эти липкие мышеловки? Это ужасно. Мистер Викс заставил меня сделать это. Я сказал ему, что это бесчеловечно, еще как бесчеловечно. Он собирает их в мешок, потом берет молоток и разбивает им головы. Ты убиваешь мышей молотком? Нет, я никогда, Майк! Шучу, он трус. Я знаю, ты бы так не сделал. Привет, Тим, ну что, мы готовы гонять шары? Извини, но мы открываемся только через 2 часа. Сегодня турнир, мы знаем это, придурок. Мы как раз одна из команд, пока разогреемся, чего? Нет, так будет нечестно. Ладно тебе, я с работы ушел пораньше, чтобы прийти сюда, пожалуйста, нет. Но! Зачем ты нас гонишь, а? Хватит. Че ты? Остановись, Синди. Привет, ребята. Что такое? Ничего. А почему ты его пустил? Потому что я не такой мудак, как ты, Дэнни. Вы будете ждать, как все остальные. Да ну вас. Пошли. Пока, Синди. Спасибо, друг. Ребята, а нельзя потише? Я пытаюсь закончить. Что сложного? Заполнить анкету. Я не в Starbucks устраивать, придурок, это лучший криминальный адвокат на всем западном побережье. Он туфтагон, он просто хочет трахнуть тебя. Благодаря ему моя карьера пойдет вверх, он видит что-то во мне, ага, свой член. Вы, ребят, зануды. Ты сказал сегодня турнир? Да, что? Это значит, что у Викса завоз пива. 4 бочки. Прошу прощения. Следуй за мной, братан. Вен, у тебя нет жидкости для снятия лака. Зачем? Рука приклеилась. У нас будут неприятности. Да не ссы, давай. Доверься мне. Это будет круто. Я смотрю, Викс тебя вообще затянул. С тех пор, как я стал помощником менеджера, Викс не перестает мне говорить о важности карьеры. Ну и? Ты же не собираешься здесь работать всю жизнь. Я просто не хочу проблем. Я знаю, кого ты хочешь. У нее рука приклеилась к мышеловке. Тише ты, да ладно тебе. Она знает, что нравится тебе. Тимми, вы уже 10 лет, друзья. 10 лет. Дождешься, позовет тебя однажды в магазин, чтобы высказать мнение насчет свадебного платья. Ну, чисто по-дружески, с точки зрения. Просто я пока не готов. Тебе нужен план. Такой, как у тебя. Эй, рожден для величия. Я знаю, я чувствую. Поэтому я и плыву свободно по течению, потому что я знаю, что мое время придет. И это план? Не волнуйся, это из-за пива. Это тебя охладит, мой друг. Но? Оно зеленое. Освещение такое, вот. Удивим девочек. Та-дам! Девочки, приготовьтесь к максимальному освежению. Потрясающий, бодрящий, проверенный временем ячменно-хмелевый вкус и прохладом мягкого ванильного мороженого. Я представляю вам пивное мороженое. Ты добавил пиво в мороженое? Да. Круто, да? Ну, не такая уж и тупая идея. А как на вкус? Есть только один способ узнать. Оно зеленое? Из-за освещения. Ладно, на счет 3. Готовы? Раз! 2, 3.
Мозги замерзли. Надо. Что это было за дрянь? Меня наизнанку выворачивает. Ей нужна помощь, Майк. Звони 911, не могу, телефон заблокировали. А, ну тебя. Как ты можешь думать о еде в такое время? Какое время? Синди, возможно, умирает. Ты не умираешь. Что это еще? Похоже на компьютер. Ты в скорую позвонила? Бля, ну а куда еще? Просто сеть тупит. Жрать охота, вы хотите? Нам не надо этого. Чего-то охота, а чего не знаю. Я себя странно чувствую. Дозвонилась? Нет. Здесь то же самое. Алло. Алло, это экстренный вызов. Вы слышите меня? Есть кексы какие-нибудь? Этот звук меня с ума сводил. Мне пришлось. Еще как. Не знал, что ты на такое способна. Тут недалеко есть больница. Я поведу. Заводи уже, не могу, рука онемела. Я сдам назад. Стой! Ты чуть не задавил кисулю. Надпись на машине. Помой меня. Вы видели? Видели, как они побежали? Да, это метамфетамин, он так тыркает. Метамфетамин такого не делает. Ну да, ты специалистка. Это не наркотик. Они заражены. Ты кто такой? Ник Стил, армия США. Ты сказал, они заражены? Чем заражены? Боюсь, я не могу вам сказать. У кого-нибудь из вас есть телефоны? Все телефоны, с которыми мы пробовали позвонить, издавали какой-то странный звук. А таксофоны? В Чиксе. В паре кварталов отсюда. Мужик, боже! Тебе что, не больно? А ты как думаешь? Поможешь? Ты что, совсем не чувствуешь? Хватит баловаться с тормозом. Прости. Боже, он такой большой. Ты как? Я убила кисулю. Это был несчастный случай. С кошкой определенно было что-то не так. Дело не в этом. Мне это понравилось. Раз, два, три. Хорошо, хорошо. Почему ты все еще жив?
после такого? Длительная боевая подготовка. У меня отец полковник. В каких-то войсках? Специальные войска. Какой отряд? 26-й. 26-го отряда не существует. Большего я тебе не могу сказать. Вопрос национальной безопасности. Итак, мы должны идти. В Чикс? Чикс. Странное название. Ну, владелец бара китаец. У тебя сушеного мяска нету? Я бы съел сейчас. Нету у меня никакого мяска. А у тебя что случилось? Кисуля взорвалась. Возможно, он заражен. Да не, с ним все в порядке. Эй, кто здесь? Эй, брат. Не бойся. Привет, мужик. Все, я пьяный. Ну ты есть рабочий телефон? В Чикс? О, да. Я только что по нему звонил. Ты здоров, дружище? Выглядишь как-то не очень. Сэр, можно нам просто позвонить? Без проблем. Но говорить буду я. Чинки! Мы с моими новыми друзьями хотим выпить. Нихера себе! Вот же, блядь! Подождите, сэр, стойте, стойте! Сделайте же что-нибудь, мужик, успокойся. Ну все, я разозлился. Нет, сэр, не стреляйте. О, боже, Тим! Тим! Sorry. Мне очень жаль, знаю, это твоя любимая. Я жив! Господи! Этого я и боялся. Что значит этого? Мы требуем ответов. Это секретная информация. Мне нужна клятва молчания от каждого из вас. Клянусь. Я клянусь. Да пофигу, клянусь. Мутное какое-то соглашение. Это соглашение чести. Пофиг, клянусь. Сегодняшним вечером в окрестностях Лос-Анджелеса проезжал грузовик. Он двигался по незапланированному маршруту. На нем не было опознавательных знаков, чтобы не вызвать подозрений.
Они сбились с дороги, случилась авария, они потеряли свой груз. Какой груз? Токсическое вещество, оставшееся после одного неудачного военного проекта. Проекта по созданию новой породы суперсолдат. В целях маскировки на бочке были нанесены этикетки молочной смеси для детей. Куда они их везли? К заливу Монтерей в Сан-Франциско. Там бочки должны были слить в морском заповеднике. Медь зеленым за жалобы, что сигналы военных сонаров вредят китам. О, Господи! Пиздец. Ты что, ешь его мозги? Да. Ты просто отвратителен. Я ничего подобного в своей жизни не пробовал. Хотите? Смотрите. Ладно. Ничего из рассказанного тобой не объясняет, как Ким смог выжить после выстрела из ружья в грудь. Я не знаю. Разве что... В недавнем времени вы контактировали с чужеродными веществами, например. Было решено, что сыворотка будет иметь зеленый цвет и сходство по консистенции со слизью. Мороженое! Что, мое пивное мороженое? Ты же помнишь, оно было зеленое. И ты его ел, да мы все его ели. Так и есть. Вы все были подвержены воздействию. Но я думал, ты сказал, это наоборот плохо. Тут должен быть какой-то X-фактор. Ты сказал мороженое. Да, я смешал мягкое мороженое и пиво. Круто получилось. Возможно... С нами не поделишься? Молочные продукты. Что? Не понял. X-фактор — это молочные продукты, слушайте. Вы смешали сыворотку с мороженым, и вот что случилось. Я подвергся воздействию в результате случайного пролития, но за полтора часа до этого я пил бананово-шоколадно-молочный коктейль. Каким-то образом ферменты в молоке в купе с формулой суперсолдата смогли сделать то, что не смогли сделать 15 миллионов долларов тестированных экспериментов с человеком. Это не просто случайное совпадение, это судьба. Погоди, ты хочешь сказать, что мы все суперсолдаты? Выходит, что так? А, круто! Круто в самом деле? Я знаю, это нелегко осознать, но теперь вы являетесь частью чего-то более важного. Меня готовили к этому. А для вас? Это суровое испытание, и вам оно было навязано. Это наш долг, с честью и достоинством пройти это ради Соединенных Штатов. Эй, ребята, гляньте! Я могу ею управлять, будто она все еще часть меня. Кто-то из них мог есть это, не оскверняя этот дар. Сколько людей заражены? Трудно сказать, это зависит от преобладающих ветров, движения населения. Только без X-фактора последствия первых экспериментов были ужасны. Но тот мужик вроде здоров. Нет, он заражен. Посмотрите, как он дышит. Должно быть, каким-то образом алкоголь нейтрализует токсины. Значит, мы могли говорить с ним, потому что он был пьян. Проблема решена. Мы напоим весь город. Зараженными не тусуются. Их уничтожают. Слушайте, я видел эксперименты. И я хочу, чтобы вам было ясно. Те люди там, возможно, когда-то они были вашими друзьями, вашими близкими. Но теперь это бездушная машина убийств, которая не остановится ни перед чем, чтобы разрушить все, что нам дорого. Мы должны держаться вместе, иначе мы пропали. Мозговая маргаритка. Будете? They come out!
целимся! Стреляем! Вперед! Инфекция распространяется. Что мы будем делать? Назад! Полковник Сау. Я должен был догадаться. Клянусь моими шевронами. Доктор Рихтер тоже здесь. У тебя есть шеврон? Мы должны следовать за этой машиной. Держитесь в тени. Ну вот, ты хочешь, чтобы мы пошли туда? У меня волосы выпадают. Такое случается с возрастом. Да не, я серьезно. Да вроде все нормально. Странно. Но объяснимо. Я заметил, что и у меня наблюдается некоторое отслоение кожи. О, круто, гляньте. Майк, перестань. Похоже, формула суперсолдата меняет нас. Организм избавляется от лишних клеток, чтобы добиться максимальной эффективности. Надо идти. Черный вход там. Зоркий глаз. Не отставайте. Они такие жестокие. Ты привыкнешь. Так каков твой план? Мы идем туда. Это самоубийство. Я спец по маскировке. Ладно. Вот план. Я иду туда. Нахожу полковника и доктора, оцениваю обстановку. И показываю тыл. Вы остаетесь здесь. Готовы действовать по моей команде. Все ясно? Да. Что значит, показываешь тыл? Мне кажется, мексиканские мозги должны быть острыми. Спокойно. Ладно. Что, друг, пить захотел? Держи. Хорошо. Бинго. Ситуация выходит из-под контроля. Если пресса узнает, инфекция локализована. Не волнуйтесь. Речь идет о национальном кризисе. Наконец-то умираю с голоду. Здесь готовят самые вкусные энчилады во всем городе. Это еще что? Срань, господня!
Пикантно? Пошли! Майк! Я не понимаю, инфекция распространяется так быстро. Что если мы единственные, кто остался? Я отказываюсь так думать. Мы суперсолдаты, мы должны выжить. А что, нет какого-то лекарства? Есть. Оно у полковника и доктора. Дипломат. Дипломат? Он был у полковника. Все результаты исследований, включая лекарства, должны быть в нем. Если достанем его, то сможем остановить все это. И как ты это сделаешь? Прикинешься разносчиком пиццы или кабельщиком? Это не порно, Майк. Я пойду один. Вы должны залечь на дно. Мы не знаем масштабов распространения инфекции. Боже мой. Мои родители. О чем она? Ее родители живут здесь, мне так жаль. Я должна идти к ним. Я знаю, потеря близких это очень тяжело. Но мы не можем рисковать. Ты не смеешь говорить мне, что делать. Я не могу подвергнуть нашу миссию опасности. Я пойду с тобой, это не обсуждается. Это не тебе решать. Если ты хочешь пойти, я помогу тебе. Сколько время? Почти 9. У меня же собеседование. Ты же серьезно не собираешься идти? Все это может закончиться через пару дней. А если я не пойду, я буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Я думаю, вы не понимаете всей серьезности положения. Я пойду с тобой, чтобы убедиться, что все в порядке, хрен тебе. Ты серьезно? Чего? Собеседование в 9 вечера. Да, собеседование. Как мы доберемся до твоих родителей? Поедем на автобусе, это недалеко. Я хочу, чтобы все меня послушали. Я забыл взять с собой проездной. Да заткнулись все! Хорошо. Есть правило. Миссия превыше всего. Я приказываю вам не принимать никаких действий. Тебе надо расслабиться немного, у тебя вена на лбу вздулась. Я пойду к своей маме. Прекрасно. Я всегда был одиноким волком. По крайней мере, один суперсолдат выживет. Когда будут клонировать мой ДНК, я вспомню о вас. Жестокий парень. Ладно, встречаемся в боулинге. Пожалуйста, будьте осторожны. Я ушел. Кажется, весь мир взялся за оружие. Надо спешить. Мы не знаем, где мой отец. Хорошо. Это будет непросто. Осторожно, цветы. Не обращайте внимания на собаку, опасайтесь хозяина. Вход воспрещен. Проход для зомби воспрещен. Странно. Что это значит? Я думаю, это про новых соседей. Они из Европы. Ничего не трогай. Подожди. Я пойду проверю. Осторожно, там могут быть ловушки. Что?
Серьезно? Мне кажется, это была одна из них. Я знаю, иногда мой отец бывает грубоват. Но ты ему всегда нравился. Правда? Ну да. Еще когда мы были детьми. Они здесь. Синди, осторожнее. Чего? Ник Стил, суперсолдат, прибыл за распоряжениями, сэр. Ну так что в нем такого особенного? То, что он умеет решать вопросы. А, ты имеешь в виду, он богатый, но это тоже. Люди уважают его, он лидер. Он кажется тебе привлекательным, с профессиональной точки зрения. И что тебе надо будет сделать, чтобы получить работу? Тебе ведь даже в голову не пришло, что он мог выбрать меня за профессиональное качество, так ведь? Я не это имел в виду. И вообще, почему тебя вообще волнует, с кем я спорю? Мы разошлись почти год. Просто я не хочу. Что? Просто я не хочу, чтобы какой-нибудь нехороший человек воспользовался тобой. Но я сама могу о себе позаботиться. Спасибо. Тогда зачем это, если ты не собираешься спать с ним? Это называется профессионализм, вонючка. Так что сиди тихо и жди. Привет. Hello? Привет. Мистер Кеннен. Эй. Ванесса? Это ты? Я у бассейна, проходи. Чувствую себя как дома. Ты захватила купальник? Шучу. Тебе нравится пино? Мое любимое вино, оно из долины Луары. Французское. Прости, если это интервью. Кажется несколько неортодоксальным. Но для меня мои сотрудники как семья. Поэтому я люблю, когда все по-домашнему. Мешай делать с бездельем, правильно же? А еще я изучил твое резюме и рекомендации, которые я получил. О, да-да. Я наводил справки. И я считаю, ты
идеальная кандидатура для нашей фирмы. Это всего лишь маленькая формальность. Фантастика. Попробуй. Не хочешь вина? Ну, юная особа, ты просто читаешь мои мысли. Но если это, чтобы получить работу, хочу сразу прояснить, что это нисколько не возбраняется. Ладно. Вот ты какая, всем бы моим сотрудницам быть такими шаловливыми. Что это за чарующий аромат? Ну хорошо, да, я сведу тебя с ума. Что за черт? Да, настоящий профессионал. Подожди, подожди. Отойди назад. Я ничего не слышу. О, папа. Давай я пойду первый, я поговорю с ним. Он не станет слушать. В таких случаях он просто сам не свой. Я хочу попытаться. Жди здесь. Мистер и миссис Лэмери. Дай мне еще минутку, надо по-другому попробовать. Hello? Здрасте. It's Tim. Это Тим. Cunningham. Кангем. Я очень рад, что у нас есть возможность вот так поговорить с вами. Потому что я хочу попросить вас кое о чем. Точнее... Я хочу попросить мистера Лэрими кое о чем. Итак, я знаю, что вы очень консервативный человек, поэтому я подумал, что должен. Мы с Синди. Мы знаем друг друга с самого детства. Может, это покажется банально, но... Но она единственная девушка, которую я по-настоящему люблю. Поэтому я подумал, сэр, если бы я мог попросить вашего разрешения видеться с ней. У меня чистые намерения, и я надеюсь, что это перерастет в нечто большее. Я подумал, раз я здесь, я должен... Сэр? Вот дерьмо! Тим! О, Тим! Синди. Мне жаль. Их больше нет. Я знаю, это тяжело. Но перед их смертью я спросил у твоего отца разрешение видеться с тобой.
Может, конечно, я принял желаемое за действительное, но перед тем, как он швырнул динамит, я увидел лучик радости в его глазах. Может быть, момент неподходящий, но твои родители... Синди, Лэрими. Я люблю тебя. Я люблю тебя. О, Синди, Тим. Вот дерьмо. Я засужу 911. Ну как прошло? Вот. Это что? Знак примирения? Ты знаешь, я не люблю блондинок. Подожди. Я солдат, черт возьми! Работает? Ты меня слышишь? Вы излечились? Невероятно, как это работает? Устройство ускоряет импульсы через мозг. В итоге создание может понимать нас, а мы его. Гениально. Создание? Вы чего городите? Ну ладно, ты! Отвечай, ты кто такой? Это ты напал на наш грузовик, тот, что направлялся к бухте? Ты чертовски прав. Это секретная информация, откуда тебе это известно? Ник Стил, рядовой первого класса, лично номер 377-250. Похоже, сукин сын один из наших. 10 лет на службе, и вот она, благодарность. 10 лет, и ты все еще рядовой? А, вы знаете, это все политика. То, что ты сделал, это измена. То, что я сделал, как насчет вас? Вы нарушили главный принцип. Какой принцип? Служить и защищать. Этот слоган полиции, недоумок. Нет. Это секретное соглашение. Это обязательство, которое мы, как солдаты, взяли на себя. В момент, когда первый солдат пал в сражении при Лексингтоне, мы дали клятву сражаться за добро, подняться над дрязгами общества и стать маяком для тех, кто в поисках света. Нет. Мы больше, чем просто мужчины. Мы больше, чем американцы. Мы солдаты, черт подери. Вот какой закон вы нарушили, я собираюсь это исправить. Почему мы должны слушать лекцию по этике от гребаного зомби? Зомби? О чем это вы говорите? О тебе! Погоди, ты хочешь сказать... Ты знаешь, кто ты? Я суперсолдат. Чё смешного? Говорите. Суперсолдат. Это так весело? Люди в этом городе находятся в опасности, да. Из-за тебя.
ты и твоя гниющая банда уже убили больше 10 человек. Но не волнуйся, наша группа зачистки покончит с вами всеми. Группа зачистки? Она для зараженных, да. Ты заражен? Нет, это вы заражены. Сейчас, когда устройство работает, ты можешь видеть, как все обстоит на самом деле. Нет. Это неправда. Нет. Осторожно. Я суперсолдат. Ты такая сладкая, нет ты. Ты такая сладкая, аж зубы ломит. Мать честная. Вот это да. Вы ж прикалываетесь, да? Пожалуйста. Пожалуйста, 10 лет. Дай руку тебе пожму. Ну дай же тебе пожать твою руку, ах ты кобелина. Давно бы так. Девочкам надо посплетничать. Ну? У вас было? Ну так обломилось тебе чего-нибудь. Мы попробовали, но... Это было недолго. Есть некоторые проблемы. А, поезд прибыл раньше расписания. Чувак, да такое совсем случалось. Со мной тоже такое было раз. Дело было поздно, перебрал пиво. Ну и... Он отпал. Он отпал? Кто отпал? Ну мы попробовали. И то есть практически да. Это было волшебно. Ты сам только что сказал, что с тобой тоже такое было. Да, но я про не стоя говорил. Что значит ты говоришь отпал? Не хочу с тобой об этом говорить. Тим, что отпало? Приветик. Я соскучилась. Почему вы не зашли внутрь? На улице опасно. Турнир забыл. Там полно народа. Они что? Заражены? Я не собираюсь идти и выяснять. Я жить хочу. Парковка запрещена только для служебного транспорта. Ладно, я за другой бочкой. Господи, ну подождите. Я один работаю. А, вот ты где, лентяй! Мистер Викс, мы как раз собирались... Черт, сегодня же турнир! А вы, бездельники, курите траву! Нет, мистер Викс, мы... Мне плевать! Хватайте эти две последние бочки и несите их наверх! Наконец нашел этого засранца! Он курил траву со своими друганами! Я должен возвращаться на работу. Что? Это место может кишить ненормальными. Вы можете не ходить, если вы не хотите. Конечно, мы не хотим. Но ты думаешь, мы позволим тебе идти одному? Что? Да тупее идеи я еще не слышал. Но если он собирается идти туда, я пойду с ним. Спасибо, ребят. Вы настоящие друзья, при условии, что половина бочки моя. Первый круг за счет заведения, правда? Твоя очередь, здоровяк. Эй, братиш. Ну как там в группе анонимных алкоголиков? Не нашел себе еще какую-нибудь впавшую в отчаяние тетку? Сейчас, когда я бросил, я чувствую себя в 1000 раз лучше. Я начал жить с чистого листа. Еще пиво. Ваше самоуничтожение кончится плохо. Он так дальше в религию вдарится. Возродись в вере и все такое. Боже, праведный! Вот видишь, бежим! Валим к чертовой матери! Что это с ним?
Ну да. Они страшные ребята, но... Они все пьяные. В говно. Быстрее. Ладно, идем. Нам повезло, тут все обожратые. Синди, это ты? А, привет. Ты изменила прическу? Нет. Ты выглядишь по-другому, как? По-другому клёво. Довольно. Ким, что ты делаешь? Держись подальше от моей девушки. У тебя было 10 лет, чтобы её трахнуть. Не злись на парня, у которого наконец-то это получится. Не надо, не надо. Я убью его. Мы решим это по-другому. Как? Давайте сыграем. Они будут играть ради меня. До рассвета им не дотянуть. Их убьют. У них единственный шанс. Надо сделать так, чтобы все оставались пьяными. Еще один страйк, и мы победим. Я жил ради этого момента. Сейчас описываюсь. Чё это за чё? Хватит разговоров, надо драться. Они такие классные. Ну и кто тут теперь неудачник? Помогите мне! Майк, требуется небольшая помощь, пожалуйста. Что, справились с новичками? Теперь большой пес идет играть. Майк! Майк! Нет! Что происходит?
Что бы ни случилось, я люблю тебя. И я тебя люблю. Суперсолдат! Привет, привет. Ну как там внизу, лучше тебе не знать. Ник, ты спас нам жизнь. Плевать? Ты победил их? Ты суперсолдат. Мы не суперсолдаты. Что ты говоришь? Сам погляди. Дипломат, здорово. Кто держит гранату в дипломате? Ребята, не вижу ничего. Дайте почитать. Мы зомби? Так и есть, сестренка. Ходячие мертвецы, живые трупы, воскресшие мешки с костями. Я не чувствую себя зомби. Идиоты тоже не чувствуют себя идиотами, тем не менее это так. Должно быть лекарство. Нету лекарства. У тебя дыра в груди. От него осталась одна голова. От такого не может быть лекарства. Так значит, на самом деле остальные не заражены? Это мы. Мы монстры. И при первой возможности они прикончат нас. Хотя это обычное дело для старины Ника. Пропустил Корею, Панаму, Вьетнам. Вот так был близок от бури в пустыне, получил траншейную стопу, и где получил долбанные учебки в Мохаве. В Косово не попал из-за зуба. Не то чтобы я сильно хотел, но... было бы неплохо иметь возможность. А потом начался Ирак, и я решил, вот мой шанс. Знаете, что мне сказали? Они сказали, слишком важен здесь. Это очень мило. Я уборщик. Единственное, почему я узнал о грузовике, это то, что подменился в это время. А как же секретные операции? Я лгал, ясно? Я рядовой уже как 10 лет. Единственные операции, в которых я участвовал, были по устранению засоров в сортире. А первый класс я получил потому, что за 10 лет невозможно как-то не продвинуться. Я просто подумал, что вот оно. Вот он, мой шанс. Наконец я получил возможность быть настоящим солдатом и изменить что-то. А вместо того они решили пустить мне пулю в голову, чтобы скрыть улики. Меньше всего они хотели меня увидеть в спецвыпуске на канале Skyfight, обличающем их преступления. Но надо радоваться хотя бы тому, что у меня есть. Мы не позволим им тебя схватить. Что ты можешь сделать, голова, парень? Плюнешь в них? Армия США — это совершеннейшее боевое формирование за всю историю. А нас всего пять. Что мы можем сделать? Джентльмены, хочу вам сообщить. Вы зомби? Вы умерли. А мороженое, которое вы едите, оживило вас? Жизнь, которую вы знали, ее больше нет.
Для остального мира мы монстры, которых подобает бояться и уничтожать при первой возможности. По одному они нас перебьют, но если мы будем держаться вместе, мы сможем остаться в живых. Кто с нами? Рука? Во-первых, это вы нас убили. Технически, да. Тогда почему мы должны слушать тебя? Ну, слушай, у меня есть невеста, что будет с ней? Можешь взять ее с собой. Ты хочешь убить мою невесту? Ты чё, больной? Чувак, мы зомби, мы не держимся вместе. Вспомни классику. Ночь живых мертвецов, день мертвецов, рассвет мертвецов. Кажется, в земле мертвых они начали как-то кооперироваться, но это был отстой. Ладно, понятно. Но мы ведь можем это правило изменить. Просто нужно держаться вместе и все. Я лучше поищу чего еще бухнуть. Ребята, подождите, ребята. Добро пожаловать в мой мир. Это бесполезно. Как они могли просто уйти? Мне кажется, они думают, мы им не нужны. Эй, молодец, что попытался. Идея была неплохая, просто не сработала. Остаться лишь сидеть и ждать напалма. А вот и он. Это наш шанс. Вперед! Ну же! Вен! Брось меня! Вот видите, они ненавидят нас. Какие бы разногласия ни были между нами, все это в прошлом. Мы часть одного великого противостояния, борьбы за наше выживание. Может, нам лечь на дно? Найти ночную работу? Мы зомби, а не нелегальные иммигранты. Вы что, не понимаете? Это наш шанс начать новую жизнь. Не надо больше беспокоиться о карьере, никакой больше оплаты за жилье, никаких транспортных расходов, а куда мы пойдем? Во внутреннюю империю. Дальше за Бейкерсфилд. Там сотни и сотни акров бесплодной, отравленной токсинами заброшенной земли. Свалки и военные испытательные полигоны. Все это может принадлежать нам. Наша собственная земля. Общество зомби, где все равны, вдали от нетерпимости и ненависти внешнего мира. Это моя судьба. Привести нас в землю, обетованную. Найти место, где нас не будут оценивать за то, что мы есть. Но за то, кто мы есть. Дом. Привести нас домой. Я не собираюсь сдаваться. Нет, нет, а вы? Нет! Кто с нами? Тогда вперед! Это было потрясающе, спасибо. Вен, мой нос. Спасибо. Не знал, что ты прирожденный лидер. Но некоторые рождаются великими, а на других оно сваливается. Я кое-что для тебя сделала. О, Вен, ты прорезал отверстие для глаз. Ты знаешь, хочу тебе сказать, знаю, что я всего лишь голова, но я никогда раньше не ощущал себя более важным. Впервые у меня есть цель, направление. Боже, как мне хорошо. Клади-ка меня в эту сумку и двигаем. Пошли, пошли, пошли. Ладно, военные повсюду. У нас мало шансов пройти незамеченными, можно попробовать через канализацию. Нет, канализационные входы будут перекрыты, нам нужна маскировка. Мы можем захватить несколько солдат и использовать их форму. А как быть с лицом? Мы не так уж плохо и выглядим, для нас самих может быть и нет. Скажи спасибо, что ты не видишь себя таким, каким тебя видит остальное человечество. Уродливым и мерзким, искаженным. У меня идея.
Как выглядят большинство зомби? Как Кит Ричардс? Нет, как трупы. Мы похожи на трупы. Какие там правила обращения с телами? Погрузка и немедленная отправка для захоронения? Мой бог. Это гениально. Нам только грузовик надо найти. Эй, вон тот, вроде ничего. Что за дела? О, господи! Вен, подними меня. Это заключительный этап. Сейчас от нас требуется загрузиться в кузов и выглядеть мертвыми. Я думаю, с этим мы справимся. Тут не на чем смеяться. По дороге наверняка будут блокпосты. Всего одно малейшее движение, и нам конец. Верно, ребят. Так что двигайте в грузовик и играем в мертвых. Эй, Майк. Не каждому удалось бы сделать то, что смог сделать ты, с телом или без. Это много значит для меня, услышать такое от настоящего солдата. Давай сделаем это. Все готовы, поехали! Эй, потише, чуть шею не свернул. Я разбираюсь, дай мне минуту. Ладно, все легли. Стой. Что везешь? Ай. Езжай. Майк! Тормози, тормози! Что такое? Не бросайте меня! Что за дела? Теперь нас всех убьют. Да они даже не смотрят. Нет! Мне кажется, я забыл поставить наручник. Бежим! Ничего не выйдет. Мы не сможем от них убежать. Мы зомби, а зомби не бегают. Мы должны сражаться. Я видел прибывших солдат с огнеметами. Единственное, почему нас не атаковали раньше, они ждали их. Черт, я не виноват. Если бы у меня было тело, я бы не выпал из грузовика. Ты лишился своего тела, защищая нас. Мы всегда держались вместе и погибнем тоже вместе. Я люблю тебя. Твою мать! Мы были так близко. Вытащи меня из сумки и поставь на стол. Что? Где ты ее взял? Майк, не надо. Что? Я не понимаю. Он сказал,
Я не позволю им схватить тебя. Ты не обязан это делать. Еще раз. Я должен. Так значит, все? Ты просто оставишь нас после всей этой херни, которую ты сказал? Часть меня всегда останется с тобой. Он сказал... Я поняла, спасибо. Я тоже тебя люблю. Идем, идем. Пойдем. Рад был знакомству, боец. Очень рад. Майк! Нельзя допустить, чтобы эта жертва оказалась напрасной. Идем. Пошли. Почему вы все еще здесь? Майк сказал нам изображать мертвых. Где они? Ложись. Поднимайтесь, мы уходим. А где Майк? Он не выжил. Но я знаю, он хотел, чтобы мы осуществили его мечту, которой мы так близко. Я предлагаю вам следовать за мной, как вы следовали за ним. Сделаем это. Тогда выдвигаемся. Давайте. Давай! Давай, давай, быстрее, быстрее! Похоже, они очень сильно хотят нас убить. А может, нападем на них? Убить они нас не смогут. С достаточным количеством огненных средств смогут. А может, отвлечь их чем-то? Может, сигнальной ракетой? У тебя есть сигнальная ракета? Нет? Тогда... Я подумал, может, у кого-нибудь есть? Это глупо. Есть только один способ. Неприятно говорить, но нам придется разделиться. На две группы, каждый пойдет отдельно. По крайней мере, они не перебьют нас всех. Половина из нас пойдет налево, другая направо. Старайтесь держаться друг от друга на расстоянии, по крайней мере, им придется целиться. Ну ладно. Я отвлеку их. Что? Я это сделаю. Пока они будут заняты со мной, попробуйте убежать. Вместе. Но они убьют тебя. Мне не так просто попасть, у меня хорошая тренировка. В столовой меня бросались едой, пока я мыл пол. Кроме того, эта группа слишком хороша, чтобы ее разделять. Но ты ведь сам часть этой группы.
Именно поэтому я и делаю это. Полегче, приятель. Вольно, боец. Ну ладно. Я отвлеку их с правого фланга. Чтобы вы могли пройти. Готовы? На счет три. Один. Два. Три! Смотрите на меня! Я сумасшедший зомби! Огонь! Цель ты свыше! Стреляйте в голову! Нет! Оставим его в живых! Память о Майке и Нике. Зомби Таун. Опять вы? Ты думал, так легко отделаешься за свою измену? Может быть, ты не чувствуешь боли, но клянусь, когда мы с тобой закончим, ты будешь жалеть о том, что родился на этот свет, солдат. Я не солдат. Я зомби. Озвучивал смерть по субтитрам Асинхрон. Фильм озвучен в 2014 году.